Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня Brawl Stars, и наконец-таки свершилось. Наконец-таки я получил долгожданный имбобалансный гаджет на Ворона. Крю. Не знаю, я долго его, честно скажу, ждал. Хотелось все-таки побегать. Наконец-то я получил. У меня осталось в итоге дособирать Мортис. Так, подождите. Тара, раз. Мортис 2. Два гаджета? Охренеть. Всего лишь, ребятушки, два гаджета. И у нас будет фуловый ак. Да, два гаджета и фуловый ак. Когда там будет обновление у нас? Через два дня, блин. Вообще огонь. Просто пушка. Поехали, где там мой ворон? Сейчас потестируем. Так, пообновлялись акции. Давайте здесь побегаем. Понубим немножко. Блин, я таки завтыкал фармить ее. Хотел в силовые гонки нормально поучаствовать. Ренушки. Ладно, посмотрим, что этот гаджет себя представляет. Надо было, наверное, еще взять пассивку совсем другую. Иди сюда, и дорогой. А, блядь, он на ульте был. Так нечестно. Так нечестно. Как обычно, я снубил. Шанс снубства, ребят, максимальный. Не понял, блять, у него поджог был, сука, ору, блять, как обычно. Ну, блин, не знаю, гаджет реально бомба, как по мне. Просто пушка, щит на 60 в течение 3 секунд. На 20%. Давайте еще вот так. Вот так, наверное, будет вообще огонь. Поехали, попробуем такой вариант. Блин, это, конечно, жесть. Так. Давай. Блять, я что по нём ни разу не... Ребятушки, это, знаете, это то чувство, когда ты просто нуб-нубом, нуб получил пассивку. Так, ладно, поехали. В сраку эту силовую гонку, это не для меня. Нервы не выдержат. Шанс слива кубков максимальный, знаете, получил пассивку топовую и почувствовал себя терминатором. Сдох. Так, ну тик, конечно, здесь не в тему. Очень даже не в тему. Ну ничего. Мне главное сейчас набрать. Сейчас батька пойдет раздавать люлей всем.
Видали, что я там натворил? А вам слабо? Реально, реально пушка. Блин, крутая тема, не знаю, мне очень нравится. Вот так вот. Батька тащит. Батька тащит. Хорош. Блин, ну не знаю. Гаджет, конечно, супер. Вот не знаю, как кому, но я его ждал, и я его получил фактически в самом конце. King NS. Что за S-King? Так, поехали. Сейчас, блядь, я вас тут вжарю. Не спряталась тут, думает, ее никто не видит, что ли? А вот это уже не очень приятно. Видали? Видали, как я умею? Блин, ну реально бомба. Просто пушка, честно скажу. Я уже просрал все попытки каким-то хреном. Видите, очень надо аккуратно быть. Надо, наверное, все-таки на планшете играть. На планшете в этом плане будет получше. Ну, блин, не знаю. Крутой гаджет. Просто бомбический. Можно свободно начать ворона апаться. Это один из моих таких любимых персонажей. Правда, не знаю, буду ли апаться. Бум-бум-бум. Чух-чух-чух. Чух-чух-чух. Куда вы там стреляете, ребятушки? Блин, видите, вот я не юзаю гаджет, и реально печаль. У меня он юзается, когда я жму на клавишу. Вот я просто этого не замечаю, блин, и вечно его юзаю. Печально.
Сейчас обидно. Это называется шанс слива гаджета просто максимальный. Чё ты, блядь, там крутишься, падла? Ай-яй-яй-яй-яй, видите, какая подстава может быть? Блядь, что за фигня? What the fuck? Блин, они сейчас заберут кристалл. Да блин, что за фигня? Чё подтормаживает так? Ну писец какой-то. Еще и вылетело нафиг. Ну это просто бомба, пушка, ракета, ребятушки. Я люблю тебя, провод. Называется. А-а-а, слились, блядь. Не знаю, блядь, что делать. Вот просто вымораживает уже эта тема тоже. Здесь хотя бы, знаете, не тупит на передаче, ну, то есть передача нормальная, потому что на айфоне, не знаю, вот просто бредняк творится. Но, блин, что-то последнее время начало вылетать. Ну, надо будет посмотреть настроечки. Ну что, Start Now, я ж нажал. Ну, блять. Короче, такой вот, ребятушки, видос. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.